ДТРК Чувашия возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ республики за 2021 год. Исследование медиаресурсов проводила компания «Медиалогия». Это один из самых популярных инструментов оценки эффективности коммуникаций. Основой для медиарейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Таким образом, из 74 тысяч наиболее влиятельных источников информации – ТВ, радио, газет, информагентств и интернет-СМИ – в тройке лидеров по оценке «Медиалогии» вместе с ГТРК «Чувашия» оказались информагентство «Чувашинформ» и интернет-ресурс «Правда ПФО». Отмечу, что при расчете рейтингов не учитывали взаимную перекрестную цитируемость, если она была масштабной и носила регулярный характер. Также такие СМИ исключали из общего результата данных. Кроме того, при подсчете не учитывались новостные агрегаторы. Напомню, весь контент ГТРК «Чувашия» сейчас транслируется на двух телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» в часы региональных врезок. Еще больше новостей на нашем сайте чгтрк.ру и в телеграм-канале «Вести Чувашия». Ну а все самое интересное, что остается за кадром ТВ-вещания, можно увидеть в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь и будьте в курсе событий республики.